Наша жизнь устроена удивительным образом. Мы рождаемся, живем, радуемся, грустим, смеемся. Все время продолжаем двигаться вперед с улыбкой, верой и надеждой. И на этом длинном, порой сложном пути у нас есть два крыла – сила и нежность, уверенность и забота, честь и любовь, папа и мама. А нам – ве-бабам. Благодаря родившейся у вас любви я появилась на свет. Благодаря вашему терпению и вашей заботе я стала такой, какая я есть сейчас. Благодаря вашей мудрости и вашей правде я знаю точно, какой дорогой я должна идти дальше. Благодаря вашей любви и вашей нежности я точно знаю, как я буду воспитывать своих детей. Я безмерно благодарна вам за все, начиная от первых моих еще неуверенных шагов ровно до сегодняшнего момента. Жизнь, которую с помощью вас подарил мне Всевышний, шла своим чередом. И рядом со мной всегда были люди, которые мои первые и робкие шажочки превращали в устойчивые и уверенные шаги. Битам, Ахам, Зуля, мои любимые племянники, вы – моя семья, вы – самые близкие и родные мне люди. Я хочу, чтобы вы знали, без вас не было бы такой меня, вот именно такой, какая я есть. Мои любимые брательники и сестрички, вы настолько, естественно, стали частью моей жизни, что без вас она мне уже кажется не полной, не моей. Наши разбитые коленки, взаимные обиды на 5 минут и просто всегда протянутая рука помощи. Я до сих пор чувствую тепло и силу. Тезешки, Алашки, Даишки, со всеми вами у меня существует самая сильная связь, которое только может быть. Это кровное родство. И говорят, что родственников не выбирают. Но я безумно благодарна Аллаху, что мне достались самые лучшие. Потом я пошла в школу, и как бы это банально ни звучало, но любимые учителя – это навсегда. Гульнара Зевриевна, Румия Тимуровна, пришло время признаться вам. Спасибо вам, что поделились самым лучшим, вашим добрым и отзывчивым сердцем. Вы отдали нам частичку себя, и поверьте, мы очень бережно храним ее всем классом, всем нашим сумасшедшим классом. Мои одноклассники, наверное, тот факт, что мы с вами до сих пор дружим, говорит о том, что первая настоящая дружба зарождается в нас еще в школе. Я подросла и попала в самый лучший коллектив, моя любимая администрация, которая всегда прощала мне 15-минутное опоздание взамен на утренний ховер. С вами я поняла, что значит работать в команде, и сейчас я точно знаю, вы самая классная команда. Забыла. А еще Аллах дарил мне встречи с удивительными людьми. Неожиданные, странные, драматичные, порой смешные, совершенно разные.
И сейчас, оглядываясь на эти совместно прожитые, нет, не годы, а события и истории, я с уверенностью могу сказать, встречи эти и не случайны. На каждом новом витке моей жизни вы появлялись, уходили и снова возвращались. Порой вы просто были молча рядом, иногда наоборот. Мы вместе предавались безудержному веселью. Мои друзья, мои сумасшедшие и серьезные, легкомысленные и справедливые, веселые и строгие. Вы все очень разные, но вы такие родные, такие любимые. Я вам бесконечно благодарна за то, что вы есть. В общем, все те люди, о которых я рассказывала вам выше, это и есть моя жизнь. Благодаря всем вам она складывается как пазл, в котором теперь уже все детали на месте.